350 мільйонів доларів для України – це черговий пакет військової допомоги. На таку суму оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен. В новому пакеті додаткові боєприпаси для «Хаймарсів», «Бредлі», ракети «Харм», протитанкова зброя, річкові катери, гранатомети та багато-багато іншого. В Пентагоні ж зазначили, що США і надалі будуть продовжувати співпрацювати з союзниками, аби забезпечити Україну всіма необхідними всім необхідним на полі бою. Президент Володимир Зеленський в вечірньому зверненні подякував за надану допомогу нашим партнерам. Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок, те, що додає впевненості в нашій єдності, в незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Оголошено сьогодні і про новий оборонний пакет від Сполучених Штатів Америки. Обсяг 350 мільйонів доларів. Це ракети для хаймарсів, артилерійські та інші боєприпаси. Все, що дійсно необхідно, щоб підтримати наших воїнів. Джейсон Джей Смарт, американський політтехнолог та політичний експерт, доєднується до нашої розмови. Вітаємо. Джейсоне, доброго вам вечора. Доброго вам вечора. Так. Джейсон, ну сьогодні, знаєте, точніше напередодні цікавий момент відбувся. Помітили таку, знаєте, табличку жовто-блакитну на дверях до кабінету Джозефа Байдена. Там було написано на жовтому тлі синіми літерами «Believe», тобто «Вір», так? «Сподівайся» українською мовою. І почали обговорювати те, що, можливо, так Джозеф Байден, президент американський, натякає на те, що скоро буде важливе якесь оголошення з приводу допомоги військової для України, і так воно і сталося. Але ми розуміємо, що це, мабуть, якийсь інший жарт, пов'язаний більше з серіалами американськими, так? Ну, звісно, так. І думаю, що зараз дуже цікавий момент. І бачимо, саме зараз цей шаг було відомо. Це кілька причин. Перше, як ви знаєте, вже давно було надо отправить все это оружие, перебросить это оружие Украине и помочь. Насколько сейчас это очень нужно. То есть мы видим, что Украина классно воюет, но просто не хватает оружия, и мы можем именно помочь с этим. И Джо Байден действительно показал серьезное лидерство с этим. И завтра, как вы знаете, наверное, был арест Дональда Трампа. А до его ареста надо было сделать так, чтобы мы говорили, то есть американцы, говорили больше о Украине, говорили больше о лидерстве, о Байдене, чем говорили о ситуации в Америке, связанной с Трампом. Ну, давайте цю тему ще до Трампа зараз повернемося, тому що вона також цікава. Але з приводу чергового пакету допомоги. 350 мільйонів доларів, снаряди до хаймарсів. І цікавий момент, тут треба звернути увагу, що оголошено постачання також снарядів до Бредлі, до цієї техніки, якої ще немає в Україні. От тут... Ну, и это правда, кстати, я считаю, что это очень хороший шаг. Почему? Потому что, как вы знаете, насколько сейчас, где Украина воюет, например, в Бахмуте, такие вещи, как Брэдлис, было бы супер. А лучше защищать украинских солдатов, чтобы они были ближе там на фронте, ближе к россиянам и были защитными, что они могли воевать безопасно. Мы знаем, что российская технология такая старая, у них вообще нет такого, как Брэдлис, у них, ну, такие вещи даже, как Химарса, нет, у них очень мало. И это современные технологии. Главное, и думаю, что главное подчеркнуть о том, что у американцев, как они видят ситуацию, они думают, что не только что Украина победила побыстрее, еще что это были украинские жизни, что мы сохранили, что мы могли помочь спасти украинских солдатов, чтобы у них была самая лучшая технология в мире, то есть американская технология, и это дало им возможность пережить или выжить эту войну, пока мы уничтожим российскую армию. Джейсоне, чи не вбачаєте ви символізму в тому, що вчора Сполучені Штати оголосили про черговий пакет допомоги, і вчора китайський лідер прибув до Москви на зустріч з Путіним? Є тут якісь такі пов'язані речі чи ні? Ну, це теж хороший шаг. І смішно в тому, що сьогодні ми бачили, що
А после встречи между президентом Китая с президентом России, они не могли сказать, что будет какое-то обещание, что точно Китай готов перебросить какие-то оружия или ракеты, или запчасти. Ничего не продвигали. А китайцы показали, что они с пустыми руками встретились с Путиным. Как мы все ожидали. И думаю, что из этого даже россияне знали об этом до этого встречи с Солоне, до этой встречи. А из этого, когда были там в аэропорту, а сам Путин не встретился с президентом Китая, даже премьер-министр не встретился с президентом Китая, они отправили какой-то виц премьер-министром. Это действительно очень низкий ранг, когда мы сравниваем это с президентом Китая. И я думаю, что это было особенно, они это сделали, это показать, что они были недовольны с китайскими партнерами. Вы знаете, мистер Гербст, перед вами мы общались как раз на эту тему, почему Путин сам лично не встретил в аэропорту Си Цзиньпина. И по мнению посла, это случилось для того, чтобы мир, не дай бог, не стал говорить о том, что Путин настоящий вассал китайский. Я думаю, что это было проще, чем это. Я думаю, что на самом деле Россия, это не первый раз, кстати. Как вы знаете, Путин известно, что он всегда опаздывает на все встречи. Он делает это показать, что у него есть сил, что он важнее. Это всегда его, просто его профиль. Он любит показать, что он важнее, чем всех. Ну, он сам это думает, но все понимают, что он просто какой-то третьемирный диктатор, и не больше, чем это. Но он сам думает, что он очень важный, и думает, что он хотел это показать китайцам. Но китайцы, они прекрасно понимают, что происходит. Россия сейчас чуть не распадется, и они знают, что это выгодно для Китая. Им все равно, если будет Путин там в аэропорту или нет. Но для Путина сам это важно, что он показал какую-то силу, скажем. Насправді Джон Кірбі одразу після цієї зустрічі заявив про те, що в Сполучених Штатах сумніваються, що ця зустріч лідерів Китаю та Росії принесе позитив для України. І, мовляв, все ж таки можуть бути певні домовленості, як про постачання зброї, або ж певні там, ну, якийсь перехід від санкцій і тому подібне. Як ви думаєте, про що саме йде мова і чому не буде цього позитиву для України? Но это не будет позитив, как мы хотели. То есть я не ожидаю, что китайцы готовы поддерживать или держать эти санкции против России, например. Но я вижу, что это было позитив, насколько первым, что Китай не обещал оружие России. Потому что действительно было такое огромное переживание, что Россия может получить какую-то поддержку из Китая. Но это не получилось. Дальше. Я думаю, что да, Китай собирается покупать нефть и газ из России. Но вы знаете, что они получают скидку где-то 70%. То есть это огромная скидка, которую Китай получит из России. И это будет контракт на 30 лет. Это, я бы сказал, ну да, выгодно для России, что они получили какой-то контракт. Но важно, что этот контракт не дает России очень много денег. Это мало денег. И будет сложно, опять сложнее, для России воевать в Украине. Джейсон, а как вы думаете, возможен ли контакт телефонный, онлайн Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским? Это возможно, конечно. Я не знаю, насколько это выгодно в данный момент. Я думаю, что лучше ждать чуть-чуть. А как вы знаете, что президент Китая сказал, что он ожидает момент, когда он может обсудить, как сделать мир в Украине первым с президентом России, потом с президентом Украины. И думаю, что после этого шага, после того, что был какой-то первый разговор с президентом России, тогда это было бы выгодно. Но пока зачем? То есть я не вижу, что это дает Украине. Ну, до речі, ще один із моментів, що під час офіційної зустрічі від Сі прозвучала така фраза, що він бажає Путіну перемоги в наступних президентських виборах. Що це може означати? Чи буде це подальша підтримка? Чи, можливо, Сі знає більше про плани Путіна на майбутнє? Чи це просто була фраза, на яку не варто зважати? Я думаю, що китайці прекрасно розуміють, що Путін диктатор.
Они не сомневаются, они знают, что он будет президентом еще раз, они проиграют выборы, не будет никакого, никаких выборов в России, это не демократическая страна. И китайцы они прекрасно понимают, зачем там сделать какое-то шоу, что, или показуха, что мы думаем, что да, будут очень интересные выборы мы с вами. Они прекрасно знают, чем выиграют, но там вообще давно нет демократии в России. Это абсолютно, Джейсон. И я вам обещал, у нас остается еще чуть больше минуты по поводу Дональда Трампа. История ведь там не политическая, там история его долгов перед порноактрисой, насколько мы понимаем. Так? Почему он превращает это все в какую-то политическую игру? Ну, потому что он не знает, как по-другому защищать себя. Он знает, что все доказательства против него, он сделал что-то против закона, он преступник. Я прекрасно понимаю, что он действительно, возможно, что он попадет когда-то скоро в тюрьме. И лучше сделать так, что его сторонники были на улице защищать себя, защищать его, извиняюсь, чтобы он мог легче, он в его голове, легче договориться с властью, чтобы они отпустили его. Насправді, чи можемо ми побачити цей арешт, затримання Трампа і так далі, як ви думаєте? Шоу угу. Буде сьогодні. Так, як любить буде це Дональд. Буде попозже сьогодні, так? Да? Я думаю, що да, буде якесь шоу, але, к сожалению, не буде такий огромний, інтересний шоу, буде якийсь м'який шоу, наверное. Джейсоне, дякуємо вам. Джейсон Джей Смарт, американський політтехнолог та політичний експерт, був з нами на прямому зв'язку.